Тумба-юмба. Значит, вот смотрите, когда мы пока не делаем ничего сейчас, в форме с мячами бабочками большом не делаем, да. Удар идет, как правило, не просто вот так по прямой линии мы делаем шаги с рубящим ударом. А, как правило, делается еще вот такое убирание ноги после линии атаки. Опять делаем удар, вот эта нога уходит. То же самое с шагами назад. Мы делаем шаг, легко разворачивается, то есть угол немного меняется. Один из способов перемещения используем. И вот отсюда, допустим, если партнер поле, вот у нас движение усало. Прямой укол вперед идет. Ручка у нас в положении усала, вот мы по центру держим. И вот как при прямых ударах, если идет укол, то мы защищаемся копьем, обратно становится. Вот идет укол, допустим, вот у нас практически, видите, мы ничего не делаем, держим просто по центру усала, а копье срезает. И вот таким уходом мы используем движение вот. Атака, допустим, по запястью. То же самое движение может быть, вот мы уходим, атака в запястье, дальше проскальзывающее движение по пальцам, рубящее движение в шею идет отсюда в проекте. То есть порезание идет вот таким образом. То же самое можно вот здесь сразу прокатиться, перебирая второй рукой. И самое главное здесь, на что мы сейчас делаем акцент, это уход ногами. Вот мы делаем под шаг вперед и меняем угол. Длину вы можете выбирать сами. Если уход делаем далеко, то порезайте здесь запястье. Если нам нужно поближе к противнику подобраться, то заход делаем чуть-чуть подальше сюда, контролировать здесь шею, голову, там, затягиваться до головы. То есть в зависимости от того, куда вам надо попасть, голова, плечо, предплечье, запястье, пальцы, вы выбираете дистанцию вашего шага. Вот сейчас то же самое делаем без оружия, точно так же с партнером. Вот она, боевая стоечка левосторонняя. Партнер делает шаг, шагом правой рукой удар в голову. Мы с вами делаем вот такой же уход. Вот видите, то есть не такой заход, как мы обычно по треугольнику делали, как на манекене идет работа отсюда. А работа ног сейчас вот такая. Одну ногу делаем под шаг вперед, вторую убираем немножко назад. Вот таким образом дистанцию меняем. Это один вариант. Второй вариант делаем с небольшим заходом сразу дальше сюда за спину. Заходом вот отсюда. Отсюда вы можете контролировать колено с забивающим движением вот здесь. Можно заходить чуть-чуть дальше. Один вариант, как мы на манекене отрабатывали перемещение, заход отсюда и атака вот идет, колено с этой стороны. Здесь делается за счет двух шагов. Шаг вот этой ногой делаем с уходом с линии атаки. Дальше разворот сразу с атакой, колено вот отсюда идет движение. Либо колено, либо бедро, стопу, голень тоже можно. Но в основном колено, как правило, выведение головы. Ну, мы сейчас с вами более простой вариант делаем. Заход отсюда. Вы можете заход вот этот делать чуть-чуть дальше. То есть первый вариант вы делаете чуть-чуть дальше. Вот у вас дистанция, когда вы достаете до головы сквозь, но атакуете только так. Второй вариант заходом еще дальше. Стараемся пропустить сильный удар и зайти вот отсюда с контролем ноги вот здесь. То есть вот два варианта пробуйте. Первый вариант более короткий. Второй вариант более длинный. Тоже во время поворота делаем заход с воздействием на, ну, с ударами в голову, допустим. То есть как-то быстро делается. Вот отсюда контроль. Либо еще один вариант просто.